Итак, ребят, всем привет, это Спанч Боб, и мы продолжаем играть. Мы продолжаем играть на старых, и на второе свое сохранение. Пока что я сам его сохраню, да что? Что происходит? Так, должен быть больше баг, когда я начал играть. Чтобы ну, что-то пропустим, что-то не знаю, просто не знаю. Ну, мы ждем еще раз. Все, утро, быстро, что надо делать? Почему же не умереть такого утра? Здесь все угодно. Я проверю ловушку. И потом повторяю на один морковку, если надо морковку. Не искать, ходить, бегать по всему месту. Что-нибудь, чем можно пропитаться. Ибо жизнь еще дорога, уже скоро будет. Ну, мы не будем эту задачу. Я хочу уже выполнить эту задачу. И поэтому они будут никак вообще все собирать с вами еды. Где? Мне кажется, все люди, которые я вижу. Видите, у меня все, что пропустили, а? Да, захожу. Все, что и все, вот еда. Еда. Где? Почему так мало? Нет. Ну где еда? Не хочу умирать. Меня очень больно убивает. Уже, наверное, некуда. Морковь. Быстро. Морковь. Дальше не остановишь. Надо кинуться на своем. Знаете, еще там две морковки. И надо пойти пожарить. Так. Я далеко отошел от своего места жизни. Я не знаю. Так. Не хочу умирать. У меня уже мало жизни осталось. Да мало еще не просто мало, а очень мало. Возьму щушку. Чтобы... Так, огонь еще есть, так что можно пожарить. Жарь. Все лагает. ВПС. Тихо. ВПС. Расслабься. Это капец. Полный капец. ВПС не издевается. 2 ВПС. 3, 2, 4. Я же сейчас умру, пока я не пришла. Я сопротивляю от ВПС. Кушай. Сопротивляйся ВПС. ВПС, не делайся надо мной. Ну за что? Даже прошли 2 дня. Там, где запустят? Подожди, секунду, я запущу запись. Хотя ладно, она же идет, здесь на красном, так, ладно. Так, я немного... Даже ошибка небольшая. Вот как сейчас. Меня пролезло за хоть 2 дня, ребят. Но ВПС так сильно лагает, так что я перезапущу игру и запись. Придется выключить ее во второй раз, потому что это ужасно лагает, и я выключаю запись, ребят. Так, пожалуйста, не лагать. Не лагать. Не лагать. Не лагать. Не лагать. Ладно. Я могу ходить. Не будет плохо, надеюсь. Хорошо. Так, надо... Нет, семена мои! Еда, вы питаться у моей еды кушаете. Это моя еда. Да.
если будет хоть одну морковку убирать домой. Надо хоть одну морковку, одну. Ну хотя бы одну. Маленькую морковочку, пожалуйста. Я жить хочу. Хочу жить. Морковка. 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 Все, бежим домой. Нет. Рубим дерево. Зато надо будет нарубить камни. Если мы сможем. Так, чем там делать? Ладно, нам нужно создать снова. Новый набор. Так, все опять лагает, но теперь надо уже взорваться до... Капец. Тихо. Игра зависла. Ну и заверено, как он стоит с топором. Ребят, ну что мне делать? Что мне так все лагает? Я не могу вообще играть. Это guys, help me. Один. Ноль. Один. Да что? Почему так все лагает? Я не могу вообще что писать. Все, зависло. Это bad end. Ребят, я не буду двигаться. Потому что у меня опять лагает. Когда я выключаю запись, у меня ничего не лагает. Вот 0%. Что это означает, ребят? Я не могу так играть. Простите, не лагает. За что мне это? Что я сделал? Чем я нагружу компьютер? Я сейчас закрою и перезагружу компьютер. И нормально засниму. И место кончается. Пока. Так, ладно, короче, я скажу всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Господин, всем пока. Ну, потому что у меня проблемы. Ребят, я запустил компьютер, даже некоторое время, ребят, и продолжим. Продолжим. Ну, можно сказать, я уже предыдущий сезон, не серия, а предыдущий... Ну, как это сказать? Я предыдущий фрагмент, я вам скажу всем пока. Потому что продолжим, так что ладно. Это помогает, я бы хотел для шутерного. Это было, в принципе, хорошее. Да, у меня есть, я смотрю, инвентарь, я вижу морковку. И что, пожар не стихнет? О, нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Да что? Кажется, она реально как только. Я не знаю, зачем она такая тупая жесть. Я не знаю, это. Походу, мы не сможем прожить на старую, походу, нам придется ее забрать навсегда. Приходит, пока я туда устала. Быстро. Стоп, я могу. Да я жарю. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Кушай. Надо хотя бы за день же прожить. Закончить серию нормально. Ну что? Что, упал-то пропал, прости меня, пучка. Ненавижу лаги, реально, ребят. Они так и так еще как-то бросились на меня. Нет, тут вокруг этого места еще сильнее. Ну эти пригодились. Я кушать хочу. Давай, утро, давай, насыпай, давай.
ниточку и нужно туда. Все. Надо еще как-нибудь, я не знаю, как угодно, надо даже что-то. Пускай до еще одного дня. Так, нужно найти палочку. Палочек полно. Ну, где? Ну, где я почему-то собирал еще. Идиотом, но... Не, лугу сюда, че я... Ну-ка, заковать вот это. Еще один топор. А, это... Дроп. Хотя бы, пусть еще будет. Так, ну... Так, берем полную эту штуку. Ладно, у нас полный сет. Можем не добавить, а сет. А пока... Ой, не лагай, пожалуйста, не лагай. Будем будет провести в поисках еды. Потому что еды, как вы понимаете, очень мало. Думаю, у нас очень мало еды. Даже не думаю, я знаю, что у нас очень мало еды, так что не знаю. Поход искать еду. Иду искать еду, иду, иду. Так, иду. Окей. Ой, я бы кроликов заманивать и убивать, но может убежать сюда. Озеро и двоих манит. Так. Недалеко до озера, хотя я не знаю, где озеро. Так, вот озеро сейчас меня убьет. Куда побежал сюда, давай, заманивай. В угол его. Атакуй. Лиса, давай, в угол. Так что такой баг уже не работает, но... Тут угол, нет! Сюда! Нет! Не туда! Чё-то выходит какой-то, ладно, просто давай за этим кроликом. Нет, не туда! К воде! I will kill you! Stop! Run at me! Нет, я не буду его убежать, это будет очень долго. Как это быстрый остров убивания. Давай, мы... Дорогой, не туда побежал, не туда! Чувак, подожди, ладно, не залезай. То есть это фейл, потому что... Кажется, баб справил, который помогал убивать животных очень интересным способом и багами, но все, больше нет. Кушать нечего. Нет, скоро настанет. Вот. Так что я побежал за едой. Еда! Морковь! Без ночи я не переживу, ночи я не найду морковь. Ни одну с ней найду, тут все, наконец. Здесь надо очень много. Ничего не много, это не берет, голодает быстро, наверное, мусор. Я нашел чуть-чуть морковь. Но одна морковь это не очень хорошо, так что нужно взять больше моркови. Вторая морковка. Надо еще одну найти, пожалуйста. Улыбнись, неудачи, хоть одну морковку еще. Я пойду отсюда. Морковку еще одну. Все, я все голодаю больше и больше. Все, морковка, все, пошли готовить. Блядь, показалось, что все будет трудно. Показалось, что мне будет страшно и сложно. Я бы реально не испугался. Ребята, если вы видите это, то лайкайте видео. Реально. О, 5 морковок. Ладно, все, хватит морковки, надо бежать и заяц. И кушать. Но я не хочу умирать. Ну и голодаем очень быстро им. Я не туда пошел. Но суть не в этом. В том, что. Нужен огонь. Суть в этом, в еде. Собирай. Собирай все. Даже вот это надо.
давай. Че? Окей. Жарь. Нет, жарь. Чёрт, я съел случайно. Ну ладно, неважно. Мне кажется, я съел лук. Нет. Мое. А я опять что-то видел. Тут что-то было. Я точно видел. Я не сумасшедший. Видел тут рожу. Вот тут! Давай, сквозь тень пролетела. Уже проснулся. Надеюсь, что я там точно видел. Я уже там какой-то крипер. Давай, Маша, поскорее. Я вижу, тут опять тень. Что за бред? А, ясно, что происходит. У меня с рассудком проблема. Ладно, возьмем сточек. Сточек это хорошо. Вот еще один сточек. Перед тем, как настанет машина, сточек еще один взять. Все. Ты не должна была бы установить еще. Бежим. Костер! Бери! Подарок! Все. О, вырос. Так, я ему возьму. Ладно. Ладно, ребят. Я точно видел рожу, но это на митюшке. У меня проблемы небольшие с рассудком. Хотя немного цветочков, думаю, они мне помогут. Поэтому... Сейчас пожарю себе свои волосы. Буду их пить, потому что я уже... Не подумал, что я уже все волосы убью. И базу просто убью. Не слышу такой звук. Нет, только не кабан. А это кабан сейчас будет, я... Потому что кабан это самое сложное существо в этой игре, самое страшное. Меня очень напугает, я этого беру себя. Только не кабан. А, кабан! Кабан, я слышу его звуки, я сейчас слышу его. Я не хочу больше слышать звук, больше не хочу. Нет, пожалуйста, только не лагерь, Фрапс. Фрапс, знаешь, что ты сейчас делаешь? Я тебя ненавижу! Ладно, я кушаю так, что ладно. Сейчас сходим, кто-то замечательную игру играть. Скоро мы пойдем 10 дней, надеюсь, и, наверное, что мы узнаем какую-то секретную правду, и типа того, я не знаю. Так что с тобой? Я опять что-то не вижу. Я точно не знаю, что что-то увидел. Может, все, надо заканчивать видео, значит. Опять что-то увидел. Что я делаю? Цветочки. Нет, цветочки. Я пошел цветочки собирать, ребят. Так что всем спасибо за... Опять же увидел. Где? Стой. Опять. Все, мое сердце сейчас лопнет. Я вижу эти страшные тени. Может, хотя бы мучи меня успокоят. Цветочек. Цветочек.
мой любимый. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Если поставите лайки, то я, может, покажусь как-нибудь. А если поставите дизлайк, то я умру. Вот, еда. Я пойду пожарю и съем. Ни с кем не поделюсь. Ибо я сам хочу есть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я был Спанч Боб. Всем пока. Кушай. Все, всем пока.